Авиаперелеты стали проще благодаря криптовалюте. Американская авиакомпания SurfAir объявила, что теперь ее услуги можно оплатить с помощью мобильного приложения эфириумом и биткоином. В SurfAir оплата авиабилетов происходит не за каждый рейс, а с помощью абонемента на неограниченное число рейсов. В криптовалюте будут приниматься членские взносы за абонемент и стоимость чартерных услуг. Для обработки платежей в криптовалюте компания подписала договор о сотрудничестве с брокером цифровых активов Coinbase. Генеральный директор SurfAir Судин Шахани сказал: «Цифровая валюта с момента их появления находится в центре внимания. Теперь наши клиенты получили еще один быстрый и простой способ оплаты наших услуг».